Привет зрителям! Сегодня вспомнил по вот этот дом, который стоит без покрытия. Пенопластовая опалубка, пенополистирольная, более 5 лет. На открытом воздухе, зимой и летом. Ну, кроме того, что немножко пожелтела поверхность, я, собственно говоря, никаких проблем не вижу. Кое-где небольшие трещины во внешней поверхности опалубки, но ничего критичного. Просто многие спрашивают, сколько без покрытия такие дома могут стоять. Более 5 лет стоят без проблем. Бренд я не знаю, но я думаю, местное производство наше, а не федеральный какой-нибудь бренд. Арматура торчит. Ну, в общем, удовлетворительное состояние опалубки несъемной.